28-летняя Эмили Ратаковски приготовила подарок своим поклонникам. Любительница обнажаться перешла на новый уровень. Модель выпустила серьги из желтой проволоки в форме обнаженной женщины. Глядя на этот аксессуар, сразу становится понятно, что он повторяет изгибы тела самой Эмили. Инстадива призналась, что ее бренд Иномарата восхваляет торжество женского тела. Ей очень хотелось создать аксессуар, который стал бы воплощением идеи ее марки. В создании сережек Ратаковски помогал ее папа-художник. Я попросила его нарисовать женскую форму одной линией, и вот что у него получилось, призналась Эмили в Инстаграм. Брюнетка порадовала поклонников и нежным фото с мужем Себастьяном Биар Маккардом. Супруги нежно целуются в губы. При этом Эмили трогательно придерживает возлюбленного за лицо, притягивая к себе. Недавно Ратаковски позировала топлес. Модель похвасталась сексуальной фигурой в бикини. Она в пикантном манекене села на шею мужа на Мальдивах.